торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики, были приглашены почетные гости и работники различных организаций и предприятий города. Лучшие из них были награждены грамотами и дипломами. Мамаев Владимир Сергеевич, технический директор общества с ограниченной ответственностью «Панфингер Кама Цилиндри». Эльдар Валидов выразил благодарность за многолетний труд и лично поздравил присутствующих работников предприятий города. Сегодня в первую очередь хочется сказать спасибо всем нашим ветеранам, труженикам нашего тыла, кто здесь у нас в Нефтекамске поднимал республику, строил наши города, которые сегодня трудятся у нас в республике, здесь за пределами даже республики. Это все наши граждане, все наши башкиры, все наши нефтекамцы. Им большое, огромное спасибо. Поздравить горожан с этим знаменательным днем пришли не только представители администрации, но и гости из столицы. Заместитель председателя госсобрания Рустем Ахмадинуров также сказал несколько теплых слов жителям Нефтекамска и поздравил всех с праздником. Искренне поздравляю вас с Днем Республики. Позвольте сказать теплые слова от имени Ради Фаидовича Хабирова, главы Республики, председателя Государственного собрания Константина Борисовича и всего депутатского корпуса. С праздником вас, товарищи! К словам благодарности, звучавшим в этот день со сцены, присоединились и артисты Нефтекамской филармонии. Они приготовили для всех присутствующих разнообразную концертную программу. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».